Ну вот сейчас попробую исполнить песню, которая была сочинена черти сколько лет назад. И так, собственно, не исполнялось. У каждого автора должна быть цыганка. Цыганочка. Ну вот. Это стихотворение Давида Самойлова. Поворожи, цыганка, на картах погадай, ограбь меня до нитки, но молодость отдай. А побобраны до нитки, неловкий молодой, поеду я в пролетке с лошадкою гнедой. А обобранной до нитки, неловкий молодой, поеду я в пролетке с лошадкою гнедой. Скажи-ка мне, извозчик, куда меня везешь? Ведь у меня в кармане один несчастный грош. И извозчик мне ответит: не можешь, не плати. Ведь сам не знаешь, маховы, куда тебя вести. Извозчик мне ответит: не можешь, не плати. Ведь сам не знаешь, маховы, куда тебя вести. Ни молодой, ни старый, ни мертвый, ни живой, обобранной до нитки я побреду Москвой. И вдруг знакомый дворик, где сушится белье, привет, мой друг Татьяна, возьми меня в жилье. Прости меня, мой милый, что не могу пустить за то, что не любила. Не можешь мне простить. Я отойду печальный, все вспомнил, все забыл. Тебя, мой друг Татьяна, так мало я любил. Забыто, не забыто, и больно, и светло. И то, что было после, уже произошло. Забыто, не забыто, и больно, и светло. И то, что будет после, уже произошло. На картах погадай, ограбь меня до нитки, но молодость отдай. Обобранный до нитки, неловкий молодой, поеду я в пролетке с лошадкою гнедой. Обобранный до нитки, неловкий молодой.
еду я в пролетке с лошадкой.